Привет, друзья! Сегодня я снова на том же самом месте. Сегодня опять будет тренировка, но тренировка будет на верхнюю часть тела, в основном руки. В общем, отжиматься буду пытаться, а потом также пробегусь пару кругов, может быть, три. А пока будет у меня разминка. Да, я придерживаюсь питания. У меня там спрашивали, что реально ли я так питаюсь. Да, я реально так питаюсь, по крайней мере, стараюсь. Пока у меня получается, уже третья неделя пошла, и я ни разу не съела сладкого, не считая вот этот вот маленький кусочек тортика, который я съела на дне рождения у бабушки с дедушкой. Вот. Вообще у нас много сладкого, у нас много всего дома, и в магазинах куча соблазнов, но я стараюсь. И давайте вместе со мной проведем такой челлендж, хотя бы 12 дней попробуйте без сладкого побыть, и вы сами увидите результаты. Я уже вижу результаты, я вам честно говорю, до этого я еле двигалась, мне было тяжело, я как мишка, который со стороны в сторону перекатывался, но сейчас уже довольно-таки все круто. Друзья, я так устала. Ой, господи, я провалилась. Да, кстати, кто там говорил, что я снимала давным-давно, еще чуть ли я не знаю, не в начале зимы. Прошлые два ролика, спортивный влог и обычный влог. Я снимала здесь же. Сегодня у нас 30 марта. На улице плюс 3, и в городе у нас уже давным-давно все растаяло. В парке еще не везде. У нас грязь кругом, но здесь, в лесу, снег. Заметьте. Офигеть, у меня, как обычно, села камера. В принципе, я сегодня работала над руками. Я чувствую, как у меня там все горит сейчас. Какое-то напряжение у меня. Я делала 3 подхода по 2 упражнения по 5 раз. Честно сказать, у меня бы хватило бы и на дольше, вернее, на больше, но я не хочу, потому что я знаю, как это. Я раньше уже делала так, и у меня потом все болело, и сейчас уже все трясется. Я думаю, вы видите, как трясется камера, хотя она, наверное, всегда, наверное, трясется, но я не хочу перенапрягаться. Дальше уже я буду по нарастающей, как, в принципе, всегда, как и обычно. И побегу сейчас. Уже, в принципе, время. Я, кстати, еще хочу сходить на фильм «Бэтмен против Супермена» или наоборот, неважно. Сегодня, на удивление, очень много людей, хотя будний день, на улице, именно в парке. У меня сегодня как-то не получилось. Я, в принципе, встала рано, но пока занималась своими делами, я не смогла утром побежать. Опять побежала в 2 часа дня. И мой завтрак вы увидите до этого, наверное. Наконец-то я спряталась. Я люблю солнце, но, блин, оно светит прямо в глаза. И у меня потом болят они жутко, поэтому нужно беречь свои глаза. У меня есть очки, в принципе, в которых я бегаю и вообще занимаюсь. Они спортивные у меня, и сейчас просто не захотела их одевать, потому что разговариваю с вами. Потому что мне кто-то написал, что у меня стрёмные очки какие-то. На вкус и цвет, товарищи, мне нравятся мои очки, мой стиль мне нравится. И да, кстати, про стиль. Зацените мои новенькие, совершенно новенькие штаны, вернее, даже лосины, которые я вам показывала в прошлом влоге, Nike Pro. Они суперские, я просто от них балдею. Это просто вот они настолько подчеркивают фигуру, ничего лишнего, там абсолютно ничего лишнего ты просто не заметишь. Кстати, там вот ездят на лыжах. Давайте, может быть, пройдемся туда. Хочу просто посмотреть, что там. Там может быть удобная дорога для того, чтобы бегать. Так я присоединюсь. Меня ветки не пускают. Кстати, у нас, я заметила,
почки уже распустились. Ну, вернее, появились. Вот. Да, круто. Сейчас я добреду туда. Потому что я еще в тот раз видела, что на лыжах катаются. И в этот раз смотрю, там прям вообще вовсю. А-а-а! Капец. Главное, чтобы я здесь не провалилась ни в какую яму. А-а-а! Ой, там что-то хрустнуло. А мне интересно, мне еще далеко идти? Потому что людей я видеть вижу, но не могу никак до них добраться. Ой. Капец. Это только я так могу. Еще осталось жопой на сук сесть, и тогда будет вообще просто зашибись. Хочу к людям. Наверное, многие сейчас будут в шоке. И мне самой стрёмно. Вы слышите? А, это дети со школы. Да, посмотрите, какая здесь дорожка. Меня чуть не сбили. Я не знаю, правда, можно здесь бегать или нет, но я попробую.